В этот день члены Пушкинского отделения Всероссийской организации «Боевое братство» традиционно собираются у села Данилова в парке воинской славы, чтобы отдать дань памяти друзьям, полностью исполнившим свой интернациональный долг, защищая закон и свободу соседнего Афганистана. Вместе с ними сюда пришло и молодое поколение пушкинцев. В этот раз перед основным мероприятием силами военно-исторического клуба «Служивый» была организована выставка оружия Великой Отечественной войны. Оружие, с которым воевали наши прадеды, вызвало живой интерес у обоих поколений. Пройдя по небольшой аллее, все пришедшие попадают в парк воинской славы, где в почетном карауле торжественно застыли военнослужащие Софринской бригады Росгвардии. В ходе митинга выступающие отмечали большую роль организации «Боевое братство» в деле воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и гордости за свою страну. В этом году «Боевое братство» отмечает свое 20-летие. В честь этого события некоторые члены организации были награждены юбилейными медалями. Затем настоятель храма Александра Невского, отец Феофан, отслужил короткую панихиду по погибшим воинам. После минуты молчания все присутствующие возложили к подножию памятника цветы.